Зачем нужны квакуны и кристаллы доминатора? Путешествуя по локациям, нам часто в секретах и самых необычных тайных местах встречаются квакуны. После того, как вы дадите заветное лакомство, которое хочет квакун, он даст вам кристалл доминатора, за исключением дополнения Oblivion. За всю игру вы можете получить с каждой локации по 5 кристаллов. Всего за 7 локаций 35 штук. Где находятся квакуны во всех локациях, вы можете посмотреть на этом канале по ссылочке в описании. Как эти кристаллы можно использовать? В вашем вагончике есть Виола, у которой можно купить разные хорошие артефакты за эти кристаллы. Они не самые топовые в игре, но на начале игры они достаточно имбовые. Цены на артефакты разные, количество кристаллов ограничено. Поэтому спланируйте покупки так, чтобы хватило на самые подходящие. Ассортимент у Виолы пополняется, когда вы выполняете ее контракты. Где находятся все контракты для всех героев, вы можете посмотреть на этом канале. Также ссылочки будут в описании к этому ролику. Советую в любом случае сделать это, чтобы на финальном боссе было меньше проблем. Когда вы выполните все контракты для Виолы, ассортимент у нее будет больше. На этом канале вы также сможете посмотреть другие видео о этой игре и полное прохождение. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все новиночки. Пока-пока!